ухожу, пью. Да. Ну, здесь каши заколебал меня. Мед есть? Мед есть. Дерет горло. Сушь, сушь. С лимончиком. Мед, лимон. Не надо, не надо. Сейчас опять дерет горло. 7-6. Проснулся. Вот это подставка. Как за каши, блядь, аж кишки наружу, блядь. Что за херня, я уже звонил. Вчера вечером. Что-то от питерских рабочих не видно, Миша. Расстрел питерских рабочих. Подожди. Может, Игорь какой-нибудь правильный, что-то правильное выпил бы. Саш, так ты эту неделю здесь будешь? Да, во вторник. Вечером на тренировке, да? Если я Ромку не повезу в аэропорт, то приеду. Он в Египет уезжает. Когда? Во вторник? Ты его когда повезешь? Да он может сам поедет. Ты там на стоянке оставит. Или я повезу. Есть платная стоянка? Ну, он это прозондирует. Ну, как его коронка, он переводится, да? Так нам надо выезжать часиков в 5 утра. Расписание еще нет, так общее начало в 11. Когда надо раньше выезжать, блин? А вы должны выставить расписание. А. Раньше не надо 5, зачем? А регистрация? Раньше 5 не надо. 6 часов. Так поднись просто, да? Игорь, в ударе. С участком, да. Продам с участком бесполезно. Они все разные. Места у всех разные. Все разное. Там нереально. Вообще дом не просто продать, если за нормальные деньги. Не по дешевке. Вот квартиру я продал 2 дня. Я ее продавал несколько раз, и у меня постоянно сразу клиент. Без проблем вообще. Ну ладно, сейчас. Ты что хочешь купить или продать? Хочу сестре дом купить. Такой, чтобы приехала, ну чтобы, конечно, участочек был. Там, ну, сотки там 3-4 земли вместе с домом. Ну если все вместе 6 суток, то это как бы, ну вот в Рамино, что это примерно стоит? В Рамино сейчас как в городе цены практически. Практически такие же цены? Да. Блин. Можешь там же в городе купить. На те же деньги. Ну ладно. А какие это деньги стоят? Ну не знаю. Ну ты это. Смотря чего. То есть если земля, например, то. Ну опять же от района зависит. Ты сначала определись примерно, какие деньги покупать будете, а потом уже думать, что смотреть и где. Я вообще не знаю. У нее сколько денег? Сколько стоит? Ну, говорит, 3-4 миллиона. 3-4? Да. Ну, такой, как я купил. Больше ничего не купишь. Хочешь, приезжай, посмотришь. Я за 3,5 миллиона.
Потому что нормальный дом за деньги не купишь. Можно построить, но это надо это. Ну то и времени надо. Да. Построишь лучше. Ну и то, сейчас цены растут каждый день на стройматериалы. Может так получится, что просчитаешь 3, а выйдет там. 4. 3 метра. Или другой вариант. Купить, например, лям за 1.5-2 и на оставшийся лям 2 сделать все там дома 200. То есть уже у тебя будет дом пусть плохенький, но ты там будешь жить. Угу. Все, и просто пристроиться. Да. Потому что у тебя уже будут все коммуникации, все будет. Ну, вот типа как новый дом, который я сейчас живу. Там, в принципе, можно пристроить спокойно еще там 50 метров. Ну, а сейчас у тебя что там? Ничего пока. Сейчас вот это. Жена хочет, может, с теткой поговорить, может, у нас квартира туда приедет. Если не будет никого желающих, то продавать будем. Мне просто место... Игорь чудеса творит. Такие топ-спин. Молодец. По восьми. Было 8-4. Да, ему эта колотушка помешала. Зачем обманывать? Играй в стол. Да. Мог накрыть, он пытал. Вся Европа начала. Раньше что, выжимки в Норвежке, длинно говорят. Ну, Леша, опять обманывай! Наш, все, больше не было никого. Сейчас все бегают. Хорош! Прием! Я говорю, что так этого не выиграл. Лежал, я хотел. Всех убывает сразу. Зачем так вести? Я все уроки надо уже.
У меня такое ощущение, что шарик разбили, нет? Кажется. Потому что на допинге. А? На допинге. Кроме допинга, ты еще технику можешь? Ну, это понятно. Просто она, когда одно с другим соединяется. Симбриоз хороший. Счет большой же, 9, по-моему. 9-5. 9-5, что-то такое.